28 мая. Это летняя пята. Это я вам точно говорю. Ага, еще. Еще опятки. Ну, это однозначно летний опенок. Тут уже кто бы мне ни говорил. Комаров валом, блин. У меня на носу сидят. Видно, что летний. Характерный рисунок такой. Тут есть эти гифы осеннего опенка. Если деревца эти рассмотреть, так, наверное, много где найдем. Вон, посмотрите, сколько их порублено. Вон и там есть. Ага, вон там много. Шампиньоны, шампиньоны, шампиньоны. Значит, скоро будет все. Отлично, шампиньоны. Первые шампиньоны. А вон еще. Еще. О, не будем его трогать, пускай растет. Троечка, первая троечка. О, красавцы. Как в магазине. Как магазинные. Но это я говорил, мы оставим. И еще красавчики. Но эти уже побольше. Так, где тут еще? Вот лен, да? Ага, вот. Ох. Красавцы! Нет слов. Еще третий. Третий, третий, вон, третий вижу. Как вы думаете, что это такое? Это гнездо, грибное гнездо. Это просто не передать. Здесь будет вала. Много, много будет. Смотрите, сколько пупурыжечек, сколько начала. Начало роста трутойка серно-желтого. Просто, просто, это, у меня нет слов. Мы сюда вернемся и все это покажем вам еще раз. Только уже в росте будет. Представляете, все полностью будет забито ТСЖ. Однако вон, он есть, есть, видите. Я думал, все начинается, но тоже небольшой. Ага, одно и то же дерево, где раньше росли ТСЖ. И вот на низу оранжевый красавец такой. Вообще расцветка яркая такая, как у павлина. Но сравнение, конечно, не то. Но грибочек очень симпатичный. Так, 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 видно, видно, видим, видим, видим. Что мы видим? Мы видим тротовик серно-желтый. Симпатичный, молодой тоже. Кстати, многие говорят, ну не многие говорят, но говорят, что ТСЖ, как гриб, помогает в лечении там различных заболеваний. Я толком не знаю, но такая информация проскакивает мимолетом. Начало, начало есть. ТСЖ, трутовик серно-желтый, где-то тут еще под низом. А вот на этих останках дуба, в том году был большой трутовик серно-желтый, теперь одни останки остались от него. Все, дерево съедено,
гриб больше не растет. В том году он поздно там был уже. Уже летом был, в начале лета. Все, больше на этом дереве, наверное, уже не будет. И заметьте, то гриб смотрит на восток. Именно солнце ложится на гриб, а оттуда он первый вылазит. Потом уже с других сторон может пойти. А вот дупло птички. Там какие-то птенчики. Мы не будем их... Слышно, да? Сейчас мама прилетит и надает мне. Так что не будем беспокоить. Пойдем отсюда. Что это? Слеточка. Еще летать не умеет. Ой, красавчик. Красотушка. Слушай, я его не пугаю? А кто это такой? Не знаю. И мама сверху, чирик-чирик. Я не разбираюсь. Ты загонишь его куда-нибудь. Ой, какой хороший. Ладно, я его трогать не буду, короче. Не, его нельзя трогать. Он сам разберется. Совсем не умеет. В прошлом году тут немножко летал. Желтенький какой-то снизу. Клювик жел. А, ну, желтоклювик, я ищу. Не, я его пугаю, мне кажется. Все, возвращаемся домой. Грибные войска Беларуси ВКонтакте были с вами. Оставайтесь с нами. У нас свежие новости. На шаг впереди. Всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания.